В Киевском районе загорелся самолет Ан-2. Сообщение о происшествии поступило на единую диспетчерскую службу 112 в районе 7 часов утра. Как оказалось, воздушное судно вспыхнуло в поле вблизи населенного пункта Среднее Алькеево. К моменту приезда пожарных летчик успел справиться с огнем своими силами. По предварительной версии, огонь начал распространяться в моторном отсеке, что стало причиной, сейчас устанавливают дознаватели. Известно, что самолет выполнял полеты по распылению сухих удобрений. В момент возгорания удобрения не были загружены. Никто не пострадал.